сейчас его на взятку спровоцировать. Да. А мы как работники милиции, да? Тебе что, делать нехуй? Тебе делать нехуй, что ли? Тебе что, делать нечего? Здравствуйте, управление ГАИ, капитан Харьков. Здравствуйте, здравствуйте. Я генерал Ветров. А что вы не останавливаетесь на... А что вы номер не знаете? Я уже вас всех выебал, блядь, вместе с этим. Можно документы посмотреть? Все, договорились. Когда ты будешь генералом, тогда будешь смотреть мои документы. Ты понял? Я не пойму, что вы идете нормально. Ну что ты меня? 140 едете, останавливаете. Да какие там 140? Я шел где-то, 100 километров шел я. Ну так что да теперь? Ты не да номер вы должны знать. У вас висит номер этот, ёб вашу мать, нехай. Че вы меня терроризируете? Нахуя я вам нужен? Вы занимаетесь делом. Ты понял? Поехали. Нихуя я останавливаться не буду. Номер запоминайте, запишите и не трогайте меня. Я советник начальника управления, генерал Ветров. Что еще надо? Ребята, вы что, постоебенили, что ли?